Мене дуже тішить той факт, що зараз ви дивитеся телеканал АТВ та в ефірі програма «Моя Сумщина». Мене звати Ярослав Гула та сьогодні буду відкривати конотоп, але вже вдруге. Згадати минулий раз, коли був дощ, злива, сніг – все було. Але сьогодні – літо. Вже інший конотоп, інший погляд. Статистика гласит, что для многих туристов конотоп ассоциируется с крупным железнодорожным узлом. И действительно, местная станция расположена на пересечении Киево-Сумской и Московской магистралей. Кто-то путешествует на дальние расстояния, а я сюда добрался из Шостки за час с хвостиком. Тому помощь пригородное сообщение. До конотопа курсируют электрички из середины Буды, Нежина и Ворожбы. В городе проживает порядка 85 тысяч человек. И с недавних пор, в результате админреформы, конотоп стал центром укрупненного района. Но я вам предлагаю не ограничиваться вокзалом и прогуляться по центральным улицам. Разумеется, гостей города заинтересует версия происхождения названия «Конотоп». Оно явно намекает на события, связанные с конями. По легенде, в этих местах были непроходимые болота. Царские кареты часто грязли в трясине, а кони просто-напросто тонули. Согласно другим источникам, лошадей использовали, чтобы подавать воду на вершину холма, где располагалась крепость. Лошади ходили по кругу и наматывали на барабан веревки, к которым были привязаны емкости с водой. Топот коней и дал название городу. Так или иначе, на проспекте Мира красуется скульптура коня. Он является символом конотопа. Точный год появления города до сих пор остается неизвестным. В середине 16 века конотопские земли стали предметом пограничных споров между Речью Посполитой и Русским царством. В 1634 году началось строительство укрепленного городка, первыми поселенцами которого стали свободные люди. Во времена восстания Богдана Хмельницкого конотоп стал сотенным городом. Летом 1652 года начались антипольские восстания. Жители крепости выгнали шляхту из города и убили старосту вместе с семьей. После Переяславской рады гетманщина перешла под протекторат русского царя, но смерть Богдана Хмельницкого спутала все карты. В 1657 году гетманом стал бывший писарь Иван Выговский. Используя разочарование казаков от долгой бесплодной войны с поляками и недовольство московскими порядками, он сумел развернуть руль внешней политики на 180 градусов. Выговский заключил с Польшей и Литвой договор, по условиям которого образовалось Великое княжество Русское в составе Речи Посполитой. Подобные выходки Москва стерпеть не смогла, и большой войны было уже не избежать. В ответ русский царь послал армию под воеводством князя Трубецкого, абы установить в смутных землях порядок. В апреле 1659 года войско осадило конотоп. Осада крепости продолжалась более двух месяцев. За это время Выговскому удалось собрать наемное войско и заключить союз с татарами во главе с ханом. Так, неподалеку от конотопа развернулась битва. В
результате которой главным силам Трубецкого пришлось снять осаду и отступить. Спустя полгода, так и не сумев воспользоваться плодами победы, Выговский отрекся от булавы. Казаки в очередной раз оказались в подданстве у московского царя. Музей имени Лазаревского – поистине маленькое сокровище Конотопа. Приглашаю вас ознакомиться с экспонатами, а их более 20 тысяч, уважаемые зрители. Поэтому на знакомство с произведениями искусства, образцами оружия, документами, бытовыми предметами разных поколений будьте добры отвести приличный кусочек своего драгоценного времени. Каждый турист, который приедет в Конотоп, обязательно должен отдать 3 гривны и прокатиться на трамвае. Этот трамвай самый северный в Украине и для провинциального городка уникальнейший транспорт. Ходят слухи, что когда-то Конотоп хотели сделать областным центром, поэтому и решили построить трамвай. Когда сообщаешь ученикам школы: «Внимание, дети! Готовится поездка в Конотопский музей авиации!» У них сразу неподдельные эмоции, визги, крики, они довольны, они хотят путешествий. Но, честно говоря, я в Конотопском музее авиации сам никогда не был, но сейчас побуду, и вы со мной тоже пойдемте. В прошлом веке здесь располагалась авиационная часть. Сегодня же каждый желающий за символическую плату может прикоснуться к раритетным вертолетам и самолету. Музей крошечный, расположен напротив завода «Авиакон» и принимает гостей с 2008 года. Главная специализация завода – ремонт вертолетов семейства «Ми». Логично, что именно их он и передал музею в качестве экспонатов. На улице плюс 37, дышать нечем, жара невыносимая. Что в это время творится в кабине пилота? У меня на примете самая большая железная птица. Ну ладно, я метр с кепкой, нет, я не метр с кепкой в прыжке, я 1.80 м, но здесь где-то порядка 8 метров есть по высоте. Махина нереальной величины. Выбрал самый светлый самолет в надежде того, что здесь будет прохладнее. Все крутится, все можно трогать. Обычно запрещают, но, нельзя, посмотрели, сделали фото и уходите. В этом музее подкупает полная вседозволенность. О, вентилятор. А вот вентилятор бы очень хорошо, если бы здесь работал. Уважаемые пассажиры, двигаемся по маршруту Конотоп-Сумы. Будьте внимательны и осторожны, приземляемся на местный аэродром. Сидеть человек, как он может дотягиваться? Это нужно привставать. Ну, это, видимо, кто-то разбил. Да. Вот так смотрит какой-то ребенок этот выпуск. И ему захочется сюда приехать, и, возможно, этот ролик станет для него судьбоносным. Он возьмет, приедет в Конотоп, пощелкает, покрутит, посмотрит и станет великим летчиком. Много всяких кнопочек, механизмов. Чувствую себя как тот двоечник на алгебре. В алгебре я понимаюсь, все хорошо, а здесь заходишь и ничего не понятно. Но есть люди, которым это дано, они в этом понимают. Мне дана, допустим, математика. Ну что ж, каждому свое. Вот если бы мне ненароком предложили полетать на настоящем вертолете, я бы не отказался. От такого не отказывается. Нет. Под открытым небом собраны крылатые машины для гражданской авиации, вооруженных сил и транспортно-боевые. Разумеется,
каждый вертолет долго и доблестно служил украинскому народу. А теперь просто вышел на пенсию и дает возможность каждому человеку прикоснуться к отечественной авиации. Шановні глядачі телеканалу АТВ, у мене для вас є сюрприз. Цей випуск, по-перше, буде крайнім в серії проєкту «Моя Сумщина». Але напередодні великого свята 30-річчя незалежності України я для вас підготував сюрприз. Нікуди не розбігайтеся, мене звати Ярослав Гула, головні подорожі ще попереду.